Oh, meu Jesus. Que tem que fazer isso de propósito, né? De propósito. E aí, galera, aqui fala que é o Kutaro Hitokiri, pra mim um jogo pra vocês. Resulta esse jogo aí, que é um jogo de estratégia em tempo real. É um mecha do Disney Punk, desenvolvido pela King Age Games e a Silver, né? Foi lançado dia 1º de setembro de 2020, tá? Foi lançado aí para PlayStation 4, PC, Xbox One. Tô jogando a versão de PC, tá? Com tudo no máximo. E vamos lá ver de qual é que é. Temos as dificuldades. Vou estar jogando em offline, tá, galerinha? Mas tem um online também. Mas eu vou jogar um pouco da campanha. É um jogo que se baseia na Primeira Guerra Mundial, né? E de um jeito diferente, né? Como se fosse um pouco futurístico. O projetista aí é Maximilian Kiesen. Lembrando aí, vou deixar mais informações na descrição, como sempre, pra quem quiser ver. Quer saber mais. E é isso aí, galera. Vamos curtir o jogo. Что значит мне с вами нельзя? Девчонки бегают и кидаются плохо! Нечестно брать тебя в команду! Это неправда! И что ты будешь делать? Заплачешь? Лакса, вакса! Начинаем! Чур я за Паланию! Это же нечестно! Нет, я им покажу! Окей. За камера. Todo jogo de estratégia, né? Tá em russo, tá? Dublagem. Derrote os garotos. Nosso objetivo. Ok. Direcional, tá bem rápido. Что мне делать? Получай! Нападаю! Beleza. Сюда! Если подойду ближе, меня увидят. Надо напасть, пока они меня не заметили. Получай! Ау! Эй!
Нет! Мы под огнем в укрытие! Эй, она даже не играет! Ладно! Осталось четверо! Да? Иду! У вас и шанса не было! Кто угодно может подобраться с тыла! Только осторожней! Огонь! Получай! Там я буду в безопасности, а не в укрытии! Проще пареной репы! Окей, протест там. Отличное место! Эй, только, может, сумею найти позицию получше? Огонь! Вот так-то! Я просто ранен! Бинч про бинч, уместно. Нападаю! На нашего героя напали! Попала! Я еще жив! Там я буду в безопасности. Tutorial diferente, viu? Tô achando diferente. Bem diferente. Tá, vamos reposicionar. Сюда. Кидай в неё! В атаку! Слава Палане! Ой, больно! Ты труп!
кого-то своих размеров? Или повыше? У нее подкрепление! Отступаем! Они жульничали, я бы выиграла! Хм, похоже было, что тебя уложили на обе лопатки. Ладно, пора возвращаться в деревню. Отец ждет. Или ты можешь наконец научить меня стрелять. Ты обещал! Когда ты будешь старше? Сейчас я уже старше, чем когда ты обещал. И как я буду защищаться во время войны? Когда начнется война, не высовывайся. Я тебя защищу. А что, если тебя не будет рядом? Дядя Лех говорит, каждый поланец должен уметь за себя постоять. Я всегда буду рядом. Ну, мальчишки вот меня взгрели. А если бы это были не снежки? О, Анна, ладно, но... Знаю, знаю, папе не говорить. Я об этом пожалею. Ладно, в лесу водятся олени. Давай будем вести себя очень тихо и поищем их. Ага. Ну ладно, ведите, генерал. Получена новая основная задача. Окей. Сейчас окей. Что дальше? Сюда. Проще пареной репы. Вон там. Вижу. Замри. Я же вела себя тихо. Олени не хищники. Им приходится быть очень чуткими. Нужна новая стратегия, генерал. Спрячусь в кустах, чтоб меня не заметили. И ты отгонишь их в мою сторону. Хорошо. Только стреляй в оленя, а не в меня. Окей. Оптасон и визибилидад. Я готова. Тихонько. Я готова. Гони ко мне оленя. Это famoso stealth, né? Agora onde é que tá o cervo aqui? Должна ждать в кустах. Выдвигаюсь. Era só pra atacar, né? Ela foi pra lá, direto. Только... Спрячься в кустах. Я выгоню оленя в твою сторону. Проще пареной репы. Выдвигаюсь. Спрячься в кустах. Я выгоню оленя в твою сторону. Bicho já até saiu fora do mapa. Вперед. Que a gente acerta, mas não... Что нужно, генерал? Ну ладно, давай поищем оленя. Что дальше? Выдвигаюсь. Вперед! Туда? Спрячься в кустах. Я выгоню оленя в твою сторону. Я готова. Выдвигаюсь. Ah, tem que chegar perto. Dá? Ai, carniça. Тихонько. Спрячься в кустах. Я выгоню оленя в твою сторону.
pé no saco, hein? Tutorial chato. Já começou a ficar chato, já. Спрячься в кустах. Я выгоню оленя в твою сторону. Acerta a cara do bicho. Espugno оленя, чтобы он побежал в твою сторону. Acerta o bicho, pelo amor de Deus. Nossa, que moleza, hein? Туда? Спрячься в кустах. Я выгоню оленя в твою сторону. Приказы будут? Хорошо. Ela se escondeu? Tá. Прогулка по парку. Конечно. Вон он. А теперь загоним его на расстояние выстрела. Отличный план. Пряталась ты отлично, но выстрел был ужасный. С винтовкой, кажется, что-то не так. Слушай, нажимая на спусковой крючок, не удивляйся, что попало. Ты уже должна это знать. Видишь цель, следишь за ее движением, чувствуешь верный момент, а потом... Бах! И дичь на ужин. Поняла. Наверное. Ты спрячься в кустах, а я... Знаю! О чем думаешь? Иду. Так, а где карниса до сих? Отличный план! Конечно. Прогулка по парку. Хорошо. Вперед. Я точно попаду. Спрячься в кустах. Я выгоню оленя в твою сторону. Прогулка по парку. Vamos usar habilidade, né? Прямо как Янок меня учил. Я попала! Чистый выстрел, бабочка! Папа ни за что мне не поверит! Он ничего не узнает. Ведь оленя застрелил я. О, точно. И что за выстрел был? Пока что твой лучший. Глупышка. Фу, какая гадость. Что поделать? Мы не ради потехи убиваем. Янок, а ты правда думаешь, что будет война? Конечно. И на этот раз война будет большая. Саксония, Руссвет, Северные Королевства, может даже Сигунат. Она затронет весь мир. И сюда солдаты придут? В такую даль? Да зачем им? Янок! Стреляй! Стреляй!
чуть не попался. Да, спасибо. Видно, голодный был. Эй, Артун, забери зверя. Выйдет теплая шуба для Сибири. Вы идете на войну? С Русветом? Да, будем защищать родину от русветских захватчиков. Ого. Внушительный, а? Это ж Мяуи. Новая модель, они опомниться не успеют. Вот это да. Идем, где-то тут деревня. Ищите Залесье. Я оттуда, я отведу. Ну так запрыгивай к нам, солдат. Возвращайся, ясно? И про жаркое не забудь. Возвращайся, ясно? И про жаркое не забудь. Фу! Эй! Ой! О, нет! Я... Прости! Решать не тебе, Петр, а ему. Если парень хочет защищать родину. Это будет мясорубка. Ты же знаешь, как убивают эти машины. Всех добровольцев ждет отличное обучение. Кто знает, может, однажды и ты будешь такой управлять. Нет, не будет. Я не дам сыну погибнуть в бесполезной войне. Бесполезной? Мы защищаем наш дом, нашу свободу. Кем ты хочешь вырастить сына? Патриотом? Или трусом? Как я? Мы все внесем свой вклад в защиту Палании. А ты? Я буду защищать наш дом, а дядя Лех за мной присмотрит. Нет! К Рождеству все вернемся домой, сынок. Это не игра, Янек. Это... Верный поступок. Ты мужчина и паланец. Гордись и тем, и тем. Иди, возьми вещи. Янек! Ты уходишь на войну? Ты ведь слышала? Это ненадолго. Ты меня бросаешь? Нет, ни за что. Я лишь хочу тебя защитить. Война все равно к нам придет. Сейчас наш единственный шанс ударить быстро и жестко. Надо показать русветцам и саксонцам, что мы, паланцы, не слабаки. Мы не трусы. Но папа говорит, будет мясорубка. Папа, он не боец. Он бы до скончания веков сидел здесь и чинил ржавые вилы да грабли. Он не понимает. Тогда я с тобой пойду. Все это ради тебя, бабочка. Не уходи. Не волнуйся, это же всего на пару месяцев. Нам говорили, война будет приключением. Обещали честь и славу. В итоге война длилась 5 лет. 5 лет мучений и ужаса, каких мир прежде не видел. Впервые великие народы мира сражались друг с другом оружием, способным убить десятки, сотни людей одним единственным выстрелом. Война закончилась, но она стоила жизни миллионам. Среди них и Янеку, моему брату, что собирался к Рождеству вернуться. Что обещал никогда меня не бросать.
чего они надеются добиться? Того же, чего и мы. Изгнать Росвет из Палании. Без поддержки нашей армии? Что ж, похоже, дяде Леху пока очень везет. Говорят, Росветский военный атташе вне себя. Их в 10 раз больше, чем повстанцев. Они ставят под удар перемирие. Но, богом клянусь, оно нам нужно. Но как вышло это перемирие? Что заставило кайзера Фридриха и царя Николая согласиться? Почему сейчас? Это хороший вопрос. Господин Петр! Господин Петр! В деревне повстанцы! Они про тебя спрашивали! Дядя Лех? Нет, но сказали это срочно. Иди в лагерь лесорубов и передай, что я скоро буду. Но я хочу... Иди, бегом! И прошу, не заходи к медведю! Не волнуйся. Окей. Будет сделано! Что дальше? Да, слушаю. Выдвигаюсь. А ты мы забежите в ки? Приметы. Бежите в Марио, побежите в секундаре. Похоже, там безопасно. Если так нужно. Русветские войска? Что они тут забыли? Опа. Иду! Лучше держаться в укрытии. Выдвигаюсь. Укрытие никогда не помешает. Кто здесь? Вы заблудились? Русвет вон там! Опусти оружие, девчонка! Назад! Ты, видно, хорошо стреляешь, раз нам угрожаешь. Черт! Нет! Побочная задача достигнута. Важен каждый выстрел! Кира? Да? Противник на прицеле! Другого выхода нет! Мы их убили. Войтек, все хорошо? Нужно возвращаться в деревню, предупредить папу и повстанцев. Окей. Да, это или... Ты просто умница. Так, окей, блин. Иду. А, то есть кино, да? Конечно. О, нет. Да, это пригодится. Окей, берем суприметы. Если так нужно. Что именно мы ищем? Какого-то умника. Ученого, что ли? Здесь? В этой глухомане? Так, vamos. Так их, мальчик! Говори! Это их сдержит. Важен каждый выстрел! Mm-hmm.
жаль. Что нужно? Давай, надо, ну, но. Будет сделано. Конечно. Пошли. А, гляди, лесная фея. Дриада, у феи крылья есть. Русветские солдаты, они кого-то искали. Русветцы? Здесь? В деревне повстанцы, надо их предупредить. Оставайся здесь, мы разберемся. Ни за что, папа тоже в деревне, а я метко стреляю, я пойду с вами. Побочная задача достигнута. А, ты глубокий. Что такое? Иду. Ай, вон жмут, не белеза. Лучше держаться в укрытии. Будет сделано. Там враги. Сделаю. Сломался пару часов назад. Эту штуку с места не сдвинешь. Другого выхода нет! Да? Быстрей! Здесь можно спрятаться. Смерть врага! У нас начинает лучше получаться. Лучше получаться? Убивать, что ли? Извини. Что дальше? Выдвигаюсь. Иду. Похоже, там безопасно. Куда дальше? Идем. Что нужно? Укрытие никогда не помешает. Мы готовы. Двигаемся. Что такое? Выдвигаюсь. Там какая-то тактика. Слушаю. Mais ou menos isso. Tá muito bem feito esse jogo, hein? Иду. Видим несколько русветцев. Alerte o pai de Ana e a resistência. Похоже, там безопасно. Лучше держаться в укрытии. На помощь! Сюда! В укрытие! Похоже, там безопасно. Помощь уже здесь! Спасибо. Ты спасла наши шкуры.
Пойдем, нужно отсюда выбираться. Стойте, что случилось? Русветские солдаты. Они появились сразу за повстанцами. Они ищут какого-то Дыбовски. Профессора вроде. А мой отец? Его вместе с остальными согнали к рынку. Мы должны им помочь. С ума сошла! У них машины и тяжелое вооружение. Я с тобой. Мой брат с семьей все еще там. Мы все идем с тобой. Господи! Окей. Метон у нас в группу. Что нам теперь делать? Так. Что дальше? Тоже не на самом деле. Кто хороший Мишка? Война гораздо хуже, чем я думала. Иду. Лучше держаться в укрытии. Мы можем что-нибудь сделать? Лучше не попадаться им на глаза. Что нужно? Выдайте профессора! Мы знаем, что вы его прячете! Не знаем мы никаких профессоров! Куда дальше? Это нас защитит! Что нам теперь делать? Идем к укрытию! Мы не хотим этого! Просто оставьте нас в покое! Они не слушают! Пригнись! Они ушли? Нет, пригнись! Чем мы это заслужили? На нас напали! Да? Все в укрытии! Говорите! Найти укрытие! Мы под огнем! У меня не было выбора. Пока что. Простите. Сделаем! Это нас защитит. Что дальше? Если так нужно. Мы готовы. Лучше не попадаться им на глаза. Другое дело. Окей. Что нужно? Пошли. Похоже, там безопасно. Куда дальше? В Дродзе! Мы можем что-нибудь сделать? Вижу отряд противника! Неподчинение будет сурово наказываться! Повстанцы будут расстреливаться на месте! Я немного занята! Принято! Сюда, мальчик! Все целы! А, помочь? Чем могу помочь? Укрытие никогда не помешает. Иду! Пошли! Куда дальше? Идем. Один, два, их может это быть и больше. Это защитит. Берегись! Отвечу вам тем же! А тут уйди! На меня напали! Все в укрытие! Ответ на огонь, покойники! Мы можем что-нибудь сделать? Идем к укрытию. Что такое? Время поохотиться. Что нам теперь делать? Thank you.
принято. Слушаю. Выдвигаюсь. Да, по-моему. Лучше держаться в укрытии. Основная задача выполнена. Анна. Папа. Ты почему тут? Нельзя было приходить. Я в лесу. Прости меня. Папа, я... Раз вы не хотите выдавать нам профессора Дыбовски, мы сами его найдем. Перевернуть здесь все! Найти профессора! Сиди здесь тихо, как мышка. Я уведу их отсюда, и как только они уйдут, сразу же вернусь. Что им нужно? Зачем они здесь? Оставайся здесь. Нет! Папа! Вам нужен профессор Дыбовски! Вот он я! Подходи да забирай! Что же? Держимся вместе! Обороняйтесь! Получена новая основная задача. Еще раз, Светцы! Боевая единица получила ранг ветерана. Иди! Один из наших ветеранов получил элитный статус. Пригнись! Вот так. Пока рано. В деревне еще остались русветцы. Почему они не оставят нас в покое? Ну же, давай поможем жителям. Окей, tem bastante missão secundária. Vamos fazer essas missões secundárias? Tá, vamos lá. Что такое? Иду. Tem um exército pequeno. Готовься! Держись! Важен каждый выстрел! Чисто! Скоро буду там! Пока что. Важен каждый выстрел. Да? Помощь уже делать. Да? Раз! Смерть врагам! Так им и надо. Что? Раз! Ошибка! В атаку! Похоже, все... Спасибо тебе. Тут все в порядке, но кому-то еще наверняка нужна помощь. Зачем твой отец назвался профессором? Он явно хотел их увести отсюда. Они не знают, как выглядит этот самый профессор. Да, логично. Слушаю. Похоже, там безопасно. Будет сделано. Куда дальше?
Движемся в ту сторону. Так, ты мы сбили джекея. Да. Что такое? Это что за беда? Что нам теперь делать? Мы чем-нибудь займемся или как? Что дальше? Вой, так ты просто умница. Вот ну и. Пошли. Это да, только созмот. Лучше держаться в укрытии. Я укрепляю крутой сухими. Похоже, там безопасно. Там опять или нет? Слушаю. Что нужно? Спина. Лучше держаться в укрытии. Иду. Что такое? Куда дальше? Принято. А? Движемся в ту сторону. Слушаю. Чем могу помочь? Ума. Тем суприменты. Куракине Акео. Если так нужно. Я запекал суприменты, а потом мы... Прока. Выдвигаюсь. Пошли. Выдвигаюсь. Это повстанцы. Нужно им помочь. Я пришла, что нам теперь делать? Мы справились. Поверить не могу, что нас спасла девчонка. Ты с повстанцами? Что происходит? Хотел бы я знать. Мы просто доставили письмо от нашего главного его брату Петру. А потом напали русветцы. Петр Кос мой отец. Чего им надо от него? Ты племянница Леха? Это многое объясняет. Пойдешь с нами? Мы пытаемся догнать наш отряд. Простите, нет. Мне нужно найти папу. Жаль. Сопротивлению нужны храбрецы. Удачи тебе. Окей, вам это в эскадрон. Что такое? Сделаю. Так, он закурил. А? Лучше не попадаться им на глаза. Да, a gente pode pegar as armas no... Мы можем что-нибудь сделать? У inimigo para se reequipar. Двигаемся! Já equipou. Чем могу? Да, слушаю. Eu quero pegar a granada. Даже не знаю, как это использовать. Моего оружия мне вполне хватает. Мы готовы. Берем гранаты. Куда дальше? Берите гранаты. Гранаты наготове! Блин. Гранаты готовы. Испекара сам окей. Винтовки тоже подойдут. А, да. Фига, типа, мы можем что-нибудь сделать. Принято. Что дальше? Винтовки заряжены. Даже не знаю, как это использовать. Так. Испекаром. Том. Что нам теперь делать? Мы готовы. Берем гранаты. Гранаты наготове! Выдвигаемся! Что нам теперь делать?
что такое. Окей. Equipar esquadrões. Equipamos. Agora vamos para... Isso. Иду. Вот там! Русветские ублюдки! Пошли! Укрытие никогда не помешает. Держимся в укрытии! Вот так! Держитесь! Загляну внутрь. Куда дальше? Говорите! Говори! Скорей! Черт возьми! Давайте дождемся подкрепления! Спасибо. Я уж думал, не выйдет. Это еще не конец! Вперед! Нам тут нужна подмога! За ними! Что нам делать? Укрытие на пригодится! Мы можем что-нибудь сделать. Это на... Мы под огнем! Покончим с нами! Внутрь! В укрытие! Поделом! Пронесло. Что эти сволочи тут забыли? Они кого-то искали, но отец выманил их отсюда. Я видел, как он уничтожил мост. Я бы и сам не поверил. Так твой отец в ответе за все это. Не неси чепухи. Мы теряем время. Отец убежал на север. Нужно ему помочь. Нужно? Вы что, хотите оставить одного из нас русвецем? Никогда. Он не один из нас. В любом случае, надо ему помочь. Он должен все объяснить. Тогда пошли. Окей, procure pelo pai Diana no norte. Tem bastante coisa pegar no mapa. Então, vamos organizar nossas tropas aqui. Лучше не попадаться им на глаза. Куда дальше? Tá. Quem não tá com arma? Eu queria pegar aquela arma, mas eu acho que já sumiu. Ah, não, sumiu. Двигаемся. Что нам теперь делать? Берите гранаты. Мы можем что-нибудь сделать. Берем гранаты. Экипа, галерея. Гранаты готовы. Направляемся туда. Гранаты наготове. Что нам теперь делать? Что нужно? Выдвигаюсь. Смотри, какие. Мы можем что-нибудь сделать? Что нам теперь делать? Идем. Мы слушаем. Берем винтовки. Мы можем что-нибудь сделать. Экипо, милдес. Там, но вайн брака. Принято. Винтовки заряжены, и к бою готовы. Дродзе. Мы можем что-нибудь. Берите гранаты. А? Идем. Берем гранаты. Гранаты наготове. В дродзе! Гранаты готовы! Бай. На цих мест! Нужно что-то взорвать? Не лезьте под пули! Что нам теперь делать? Идем к укрытию! А? Двигаемся! Что нужно? Укрытие нам пригодится! Слушаю. Будет сделано. Так, vamos... А,
Машина! Держись на расстоянии! Используй гранаты и попробуй попасть в него со спины! Там броня слабее! Обороняйтесь! Помощь уже здесь! Ответьте нам тем же! Говорите! Нужно подкрепление! Мы с тобой покажем этим скотам! Они стреляют! Скорее! Помощь уже здесь! Если так нужно... Я Приказы! Подержусь! Обоснование! Смерть врага! Принято! Что? Гранаты готовы! Куда дальше? Берите гранаты! Все целы. Смотрим в оба. Не лезьте под пули. А? Гранаты наготове. Гранаты. Они что-то затевают. Не высовывайтесь. Мы можем что-нибудь сделать. Лучше не попадаться им на глаза. Ответ на огонь! Оставайтесь в укрытии. Ответьте на Что нам теперь делать? И сколько их тут еще? Надеюсь, немного. И нам, и им было бы лучше. Понимай. А? Идем к укрытию. Бронебойные пушки заряжены. Идем. Другое дело. Чем могу помочь? Похоже, там безопасно. Мы слушаем. Готовы что-нибудь подорвать? Что нужно? Да сколько их там? Винтовки тоже подойдут. Мы можем что-нибудь сделать? Мы слушаем. Укрытие что нам пригодится. Винтовки заряжены и к бою готовы. Укрытие принято. Что нужно? Укрытие никогда не помешает. Берем гранаты. Мы готовы. Движемся в ту сторону. Это нас защитит. Осторожно! Да? Покончим с гадами! Гранаты на нам лезть! Кто хороший мишка? Мы можем что-нибудь сделать? Идем к укрытию. Porque o jogo de estratégia, galera, é esse mesmo, tá? A gente tem que analisar primeiro o campo de batalha, ver onde é que você vai reposicionar seus soldados. Pensa nas melhores táticas. Vamos mandar esses dois. Не лезьте под пули! Чем могу помочь? Гляди, там враг! Нужно подбить машину. Что нам делать? Направляемся туда. Разведка, Укрытие нам пригодится! Мы готовы. Не попадаем. Мы поможем. Да? Вот так стоять до последнего. Мы потеряли отряд. Укрытие! Слушаю. Скорей! Гляди! Помощь уже здесь. Приказы будут? Они нас атакуют. Приказы? Мы потеряли. Несли тяжелые потери. Надо вернуться в деревню. Вдруг другие к нам присоединятся. Смотрим в оба. Что нужно? Лучше держаться в укрытии. Пошли. Мы слушаем. Берем винтовки. Куда дальше? Берите гранаты. Чего? Что нам? Винтовки заряжены и к бою готовы. Что нам теперь делать? Это нас защитит. Гранаты наготове. Что нужно? На тих мест. А? Берем гранаты.
Гранаты наготове! Готовы что-нибудь подорвать! Умолкните! Что нам делать? Помогите! На помощь! Что случилось? Наше хозяйство! На нас напали! Папа и остальные отстреливаются через окна, но им нужна помощь! Доберись до деревни, поглядим, что сможем сделать. Получена новая побочная задача. Слушаю. Гранаты готовы! Побочная задача провалена. Да, ищите что нам делать? Вперед! Se tinha mais ali, eu nem vi. Направляемся туда. Чем могу помочь? Иду. Выдвигаюсь. Снова Русвецы! Вон там! Тяжелый пулемет! Берегись! Он нас на части разорвет, если нападем в лоб. Нужно что-то взорвать? Melhor caminho vai ser por aqui. На тих мест! Слушаю. Скоро буду там. Будет сделано. Укрытие никогда не помешает. Вот там! Русвецкие ублюдки! Остановим их! Мы вам русвецкие отродья! Держи, Катя, буду! Да? Сюда! Укрытие! Я немного занята! Говорите! Винтовки тоже подойдут. Что нам делать? Так точно. Что такое? Сейчас мы сюда пока. Пошли. Винтовки заряжены и к бою готовы. Да, вы задачи. Иду. Слушаю. Похоже, там безопасно. Буду там. Что нужно? В укрытие. Что нужно? Важен каждый выстрел. Так их! Кто мы слушаем? Мишка. Не лезьте под пули. В укрытие! Они что-то затевают. Что дальше? Иду. Гранаты готовы. Вот так! Так, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Что такое? Я с ними справлюсь. Я заметил врага. Или дыра холда. Они забаррикадировались в домах. Им долго не продержаться. Машины все разнесут. Боже, им надо помочь! Получена новая основная задача. Покончим с гадами! Лучше держаться в укрытии. Приказы! Бросаем гранаты! Приказы будут! Держите! Это последнего! Говорите!
Укрытие! Живо! Да. Их подкрепление! Принято! Важен каждый выстрел! Спина просились. Иди раздеться. Кто нашел, тот и взял. Началось. Враг рядом! Противник на прицеле! Приказы! Вот так! Мы слушаем! Время расплаты! Ловите! Выбор. Говори! Скорей! Остаемся в укрытии. Мы потеряли отряд. Немного занята. Сейчас сделаю. Что нам делать? Укрытие нам пригодится. Да? Пригнись! Чего? В укрытие? Принято. Говори! А тут уютно. Приказы? Быстрее! Держитесь, парни! Руслан, скажи, вроде! Пошли, пошли, пошли! Скорей! Живо, что вас быстрее! И? Анна, что... Что ты делаешь? Я... Ты велел ждать, но... Папа! Все в порядке. Прости. Прости меня. Пойдем. У нас много раненых. Мы поможем, а потом пойдем назад, где нас не найдут. Что ты натворил, Петр? Почему они тебя искали? Он просто сказал то, что они хотели услышать. Он спасал деревню. Тогда ответь. Вас было трудно найти. Видите? Вот поэтому-то нам и нужен доступ к фабрике. Ваша небольшая игрушка легко сломала шедевр русветской технологии. Может, вы и мне такую сделаете? Я не знаю, как проникнуть на фабрику. А я слышал иное. Вы и ваш друг Штайнмец. Вы ключи. Как драматично. Мы закончили. Взять его. Так точно, полковник Зубов. Она многих спасла. Ха, после того, как ее отец навлек на нас беду, Петр лгал. Он никогда не был одним из нас. Мариуш, Конрад, Антони, они все мертвы. Нужно найти моего отца. Неужто тебе смертей мало? Никого мы искать не будем. Уйди! Тебе на северо-восток, к железной дороге. Спасибо.
campanha bem legal ainda, velho. Bem legal mesmo. Они были знакомы. А механическая рука? Почему он нам о ней не рассказал? Это она! Храбрая девочка, спасшая нас в Залесье! Я... в общем, горожане считают иначе. Это ты о чем? Вас спасла деревенская девчонка с медведем? Я ищу отца. Его похитил некий полковник Зубов. Это племянница дяди Леха. Она подняла восстание в деревне и спасла многих. Прости, девочка, но если твой отец пленник полковника Зубова, его заберут вместе с нашими. Вот. Вот мы. А вот станция. Ее охраняют. Вчера поймали много наших. Кто не на станции, тех держат здесь и здесь. Если их заберут, мы никогда больше их не увидим. Хорошо. За дело? За какое такое дело? Освободим моего отца и ваших людей, пока их не увезли. Хочешь сразиться с Зубовым и его солдатами? Нет, но сделаю это, чтобы спасти отца. У нее дядина храбрость. Да и я на месте сидеть не люблю. За дело! Получена новая основная задача. Окей, мапа тачку. Tá, temos missões secundárias aqui. Conquiste o campo de detenção para libertar os prisioneiros. Conquiste base do leste. Conquiste base do oeste. E a principal, né? Conquiste estação ferroviária. Tá. Novos precazes? Precazes? Bastante recurso pro cenário, né? Bom, como que a gente tá no início, a gente tá sem muita coisa, né? Что дальше? К бою готовы! Да, это просто vamos... безумие. Чего? Все это жуткое. Бесчеловек. Вы что, серьезно? Вами что, девчонка командует? Заткнись. Она знает, что делает. Надеюсь. Похоже, там безопасно. Берегись. Машины патрулируют дорогу. Чтобы их одолеть, понадобится тяжелое вооружение. Видим неприятеля! Нет, отступляйся! Готовы! Бегом в укрытие! В нас стреляют! Черт, как мы их разметали-то! Быстрей! Давно пора! Либо они, либо мы! Скорей! Наконец-то нам дали пушки побольше! Каков наш план? Найти укрытие! Я немного занята! Нужно поспешить. Бронебойщики ждут тела! Дайте нам цель! Ждем приказа. Мы быстро туда доберемся. Просто дайте нам цель. Приказы? Выдвигаемся. Что такое? Выдвигаюсь. Вон там! Сколько их? Надеюсь, хоть холод из костей вытрясу. Холод? Ха! Дома у нас такое считалось теплой ночкой. Тяжелая у вас работенка, а? Дайте передохнуть. Мы всю ночь повстанцев искали. Занимаем позицию получше. Отличное место. Вой, так ты просто умница. К бою готовы. Занимаем позицию получше. Слушаем. Куда лучше, чем торчать посреди поля?
Так, vamos на подстанковки. Бронебойщики готовы! Esses pontinhos são pontos pra gente colocar os personagens, né? Então. Укрытие очень кстати. Beleza. К бою готовы! Tem bomba. Лови! Атакуй врага! Нас атакуют! Я пришла на помощь! Быстрей! И раз замечены враги! Вражеская пехота уничтожена! Это... Мы не забыли, как стрелять! К бою готовы! Отличное место! Стрелки здесь и готовы сражаться за республику! Приказы! За наших братьев! Сюда, в укрытие! Говори! Осторожней! Войта, ко мне! Все будет иначе. Слушаю. Там мы будем в безопасности. Слушаем. Осторожно! Я только что видел неприятеля! Элиза, ты не супермен. Может, ты не супермен. Граната ли? Чего? Так, бега со гранаты ки. Гранаты! Расхватывайте скорей! Чем могу помочь? Лучше держаться в укрытии. Так, таки. Да, ты инструмент. Era para ter инструмент aqui, né? Там десят. Гранатометчики ждут приказа. Гранатометчики готовы. Então. К бою готовы. Что такое? Приказы? Прячемся в укрытии! Что нужно? Слушаем! Тут никого. Продолжайте поиски. Мятежники могут быть где угодно. Боевая единица получила ранг ветерана. Враг здесь! Вон там! Герой получил новый ранг. В пути! Бегом в укрытие! Прикончим их! Враг уничтожен. Ждем приказа. К бою готовы. Слушаем. Ждем приказа. Перемещаемся в укрытие. Куда лучше, чем торчать посреди поля. Все разрушено. Это еще ничего. Я видел города, где были разрушены целые кварталы. Это все машины. Те, что побольше, могут одним движением снести дом. Протежи меня, это гвардия, ки, али ты суплемент меч. К бою готовы! Кто хороший так мишка? Точно! Просто дайте нам цель! Окей, суплемент медик. Укрытие очень кстати. Так, первый солдат. У вас есть цель для нас? Слушаем. Прячемся в укрытии. К бою готовы. Гранатометчики готовы. Слушаем. Слушаю. Похоже, там безопасно. Бронебойщики приказы? Готовы. Сейчас сделаем. У вас есть цель для нас? Чем могу помочь? Видим неприятеля. Граната. Похоже, там безопасно. Слушаем. Занимаем позицию получше. Слушаем. Куда лучше, чем торчать посреди поля? Поблизости враг.
Прямо как Янок меня учил. Тревога! Они пытаются освободить заключенных! Братья, бойся, не под огнем! Прячемся в укрытии! Ну же! Укрытие! А, граната! Кто-нибудь заказывал гранату? На нас напали! Чем могу помочь? В нас стреляют! Чего? Целимся! Ха-ха! Зря вы не остались в Руссвете! Освободим наш народ! Приказы? Куда лучше, чем торчать посреди поля? Что нужно? Сделаю. К бою готовы! Пора поохотиться на машины! Слушаю. Еду. Капана, еду. База принадлежит нам. Ура, Полания! Чего так долго? А это кто? Я Анна. Анна Великая! Освободительница, стрелок, наездница на медведе! О, ладно. Окей, помогу. Гранатометчики готовы! Готовим орудие к бою! Новые приказы! Vamos reposicionar essas tropas aqui. Берите гранаты! Бронебойное орудие ждет приказаний! Чем могу помочь? Готовы поражать цель! Перемещаемся на новую позицию! Что дальше? Просто дайте нам подойти на расстояние броска гранаты. Приказы? Прячемся в укрытии. Принято. Хорошо, диагноз. Инструменты. И что нам с ними делать? Инструменты и мины. Вот это уже дело. Инженеры готовы поработать. Новые приказы? Принято. Бронебойщики готовы. Слушаем. Так, это понч. Ну, а понч, ну и то. Раньше я ненавидела скучать. А теперь об этом иногда мечтаю. Так, ты вот обазла. А какие же объективы, не? Приказы? Слушаю. Ничего, му. Давай со стропа. Aqui pra baixo. Ido! Бронебойное орудие готово к заданию. Vou deixar isso aqui, aqui mesmo. Меняем позицию. Что такое? Nós vamos descer. Будет сделано. Проклятие! Какое тяжелое орудие! Оставьте орудие. Его сделали не для того, чтобы таскать туда-сюда. Готовьтесь стрелять! Лезу. Nós temos campo de... Что нужно? Иду. Esse fica ali posicionado, esse aqui não vai. Что такое? Это пригодится. Tem esse pontinho amarelo, tá vendo? É o tempo de carregamento deles, ó. Poder coletar o recurso. Tá, vamos... Zamete na sila prativnica! Я с ними справлюсь! Вступаем в бой! Теперь по
Вам были нужны гранаты? Теперь скажите нам, куда их бросать. Даже не знаю, как это использовать. Нифига, как он с дуизном. Лучшие инженеры Палании ждут приказов. Иду. У вас есть цель? Несколько с ними придется врагов. Подходить ближе. Просто дайте нам подойти на расстояние броска гранаты. Но. Берем бронебойные пушки. Окей, então a gente pode ter tanto a arma e tanto esse granateiro aí. Бронебойщики готовы что-нибудь здорово. Мы явно привлекли их внимание. Боевая единица получила ранг ветерана. Не было выбора. Простите. Построить структуру. Что нужно? Лучше держаться в укрытии. Так какой будет план? Так, подожди с инженером заки. Просто дайте нам цель. Отличное место. Герой получил новый раз приказ, с нас работа. Слушаю. Похоже, там безопасно. Где ты выучилась так стрелять? Брат научил. Он тоже в сопротивлении? Уверена, он бы в нем был. Лучше держаться в укрытии. Новые приказы? Так, там успех. Ну, Акорь, у вас есть цель для нас? Нужно что-нибудь сделать? Перемещаемся в укрытие. У нас гости! Что такое? Похоже, там безопасно. Слушаем. Осторожно! Смелее, есть! Парни! Граната! Да, за нас атакуют! Говори! Стрел! Приказы? Отличное место. Да? Укрытие очень кстати. Чем могу помочь? Сделать большими. Инженеры все делают что лучше. Что дальше? Выдвигаюсь. Beleza, engenheiro pegou. Aqui não tem mais nada. Слушаю. Vem pra cá. Пошли. К бою готовы. Просто дайте нам цель. С вас приказ, с нас работа. Нужно что-нибудь сделать? Блядь. Полегче, парни, не спешите. Война гораздо хуже, чем я думала. Новые приказы? Мина терестры. У вас есть цель для нас? Идем! Что нужно? Сделать больше мешков с песком? Так точно, двигаемся в укрытие. Чем могу помочь? Ваша моя. Укрытие никогда не помешает. Выдвигаюсь. Должен сказать, я был бы тут счастлив. Прекрасная страна. Уверен, потому паланцы и хотят нас прогнать. Может, когда все кончится. Бронебойщики готовы. Отличное место. Что такое?
Просто дайте нам цель. Хорошо. Другое дело. Занимаем позицию получше. Что нужно? Прямо как Янок меня учил. Берегись! Я немного занята! Замечена группа врагов! А теперь покончим с ними! Чего? Что дальше? Пошли! Ну, опять таки пока. Капочь. Похоже, там безопасно. Что такое? Иду. Выдвигаюсь. Принято. С вас приказ, с нас работа. У вас есть цель для нас? На меня напали! Укройте очень кстати. Да? Осторожней! Смелее, парни! Мы явно... Да! Новый ранг. Слушаем! Будем к укрытию! Я тяжело ранена! В укрытие! Приказы? Сюда! В укрытие! Слушаем. Новые приказы? Двигаемся туда. Будет много врагов. Слушаю. Моего оружия мне вполне хватает. Бронебойщики готовы. Мы идем. Отличное место. Если надо кого-то убить, мы это сделаем. Что вам нужно? Да, мы видим. Они прихватили друзей. Вот это база. База aqui. Tá, então eu vou fazer uma emboscada também. Да. Что такое? Загляну внутрь. Просто дайте нам цель. Ждем приказаний. Лучше, чем ничего. У вас есть цель для нас? Боевая единица получила ранг ветерана. Позицию получше. Olha isso, me arrastando.
Так что, девчонка вроде как главная у вас. Да, она невероятная. Вроде Паланской Жанны Д'Арк? Не знаю такой. Но если стреляла она так же метко, как Анна, то да. Да, мы видим. Что нужно? К делу. Пошли. К бою готовы. Отличное место. Что вам нужно? Что такое, если так нужно? Орудия готовы. Побочная задача достигнута. Мы-то думали, конец нам пришел. Пока Анна и Войтек с нами, вот уж нет. Кто? Что, сможем мы захватить станцию? Это все силы, что у нас есть. Может, и не все. У тебя есть карта? Нас поймали вон там. Пришлось бросить машины, так что, если нужна огневая мощь... Возможно, стоит сделать крюк. Получена новая побочная задача. Окей. До измека. Мека сделал бобуз, не? Слушаю. Слушаем. Что нужно? Так, пока все стоят... Cadê o outro grupo? Ah, tá, tem um... Estão aqui. Готовы поражать цель. Ждем приказаний. Новые приказы? Ah, eu deixei eles ali. Afinal que eu vou fazer um ataque, eu vou fazer um ataque dos dois lados, ó. De cá, tanto de cá. Бронебойное орудие готово к заданию. Готовимся к перемещению. Перемещаемся на новую позицию. Да! Поняли, выдвигаемся. Чем могу помочь? То есть с двумя змеями еще так кинтима, не? Эй, все, когда побегать сюда? Противник на прицеле! Нет. Что такое? Выдвигаюсь. Готовы поражать цель! Силы противника близко! Готовим арсенал! А esses dois aqui ficam parados? Рядом с нами враги! Расчет под огнем! Оставим его здесь! Нас атакуют! Атакуем их! Бросаем гранаты! Ветеранов получил элитный статус. Враг здесь! Nossa, velho, vocês não conseguem matar esses três carinhas? Нас стреляют! Пусть это станет предупреждением остальным! Давно пора! Vocês não conseguem matar esse carinha? Берем винтовки! Паланские стрелки справятся с чем угодно! Идем к укрытию! Сейчас вы должны ждать, я буду пегать мешки там. Чем могу помочь? Thank you.
красавчик. Что дальше? Скоро буду там. А теперь... Нужно. Выдвигаюсь. Слушаю. За нами. Что к нам дальше? Заглянули на огонек. Укрытие никогда не помешает. Что нужно? Выдвигаемся. Ждем приказаний. Вступаем в бой. Слушаю. Так и... Чего? Звучит разумно? Орудия готовы. Идем. Бронебойщики готовы. Чем могу помочь? Что нужно? За нами. Идем вперед. Да. Что такое? Будет сделано. Слушаю. Выдвигаемся. Скорей! Чем могу помочь? Скоро буду там. К бою готовы. Что нужно? За нами. Скорей! Слушаю. Пошли! Нужно. Похоже, там безопасно. Чего? Местечко выглядит неплохо. Орудия готовы. У вас есть цель для нас? Там наши машины. И рассветцы. Что такое? Выдвигаюсь. Новые приказы? Там мы будем в безопасности. Что нужно? Лучше держаться в укрытии. Я с ними справлюсь. Будет сделано. Укрытие никогда не помешает. Мы с этим разберемся. Один из наших ветеранов получил личный статус. Их можно починить? Инженеры бы справились. Инженеры могут почти что угодно. Что нужно? Гранаты! Расхватывайте скорей! Новые приказы? Вам были нужны гранаты? Теперь скажите нам, куда их бросать. Перемещаемся в укрытие! Что такое? Лучше держаться в укрытии. Конечно. Пошли! Похоже, там безопасно. Да. Лучше переждать в убежище. Сейчас проверим, что там. Слушаем. Если надо. Что вам нужно? Чем больше, тем лучше. Мы готовы сделать все для Полании. Нужно что-нибудь сделать? Слушаем. Берем гранаты. Поняли? Ждем приказаний. Новые приказы? Она еще хорошо послужит.
Думаю, готовы. Мы идем. Отряд пулеметчиков ждет. Сделать больше, мы ее быстро запустим. Замечены силы противника! Побочная задача достигнута. Что вам нужно? Чем могу служить по лане? С нас работа. Сдается мне, они переходят в наступление. Будет как новенькая. Говори! Бронебойщики, подогнем! Постой! Ну вот, как новенький. Так какой будет план? Сейчас все починим. Да? Что нужно? Боевая единица получила ранг ветерана. Все должно работать. Вой, так ты нужно просто... Нужно что-нибудь сделать. Уже вернулись? Я все разведаю. Сделать больше мешков с песком. Открыть огонь! Что насчет новых стволов? Слишком тяжелые? К бою готов! Да? Принято. Идем. Отряд пулеметчиков ждет. Что дальше? Будет сделано. Скоро буду там. Замечено несколько врагов. Приказы? Осторожно! За наших братьев! Решите изменяющие! Местность временно зачищена. Каждый выстрел! На меня напали! Приводчимы! Повторять! Осторожней! Несколько... Подавляющий огонь! Что от меня требуется? Внимательней! Да? Пригнись! Чем могу служить по лане? Чего? Смелый на плане! Живо! Нельзя себе оставлять их внимание! Да? Укрытие! Так и знал, что все хорошо кончится. Замечена группа врагов. Идем. Да? Продолжаю движение. Готов выдвигаться. Бронебойщики готовы. Укрытие очень кстати. Ремонт завершен. Орудия готовы. Что надумали? Ой, так ты просто умный. Лучше, чем ничего. Что такое? Выдвигаюсь. Слушаем. Чем могу служить по лане? Да. Новые приказы? Они прихватили друзей. Сейчас все починим. Убил бы за возможность размять ноги. Увидимся там. Все должно работать. Нужно что-нибудь сделать? С
слушаю, если так нужно. Что такое? Новые приказы? С радостью. Герой получил новый ранг. Да? Принято. Много вражеских целей. Обнаружен противник. Вперед! Идем к укрытию. Выдвигаемся. В нас стреляют! С вас приказ, с нас работа. Стреляйте по ним! Новые приказы — открыть огонь! Слушаю. Да? К бою готов! Слушаю. Стражник в пути! Отряд пулеметчиков ждет. Ладно. Что дальше? Противник на прицеле! Они в нас стреляют! Лучше держаться в укрытии. Что вам нужно? Отличное оружие против их машин. Лучше переждать убежище. В нас стреляют! В укрытие! Бегом! Чем могу служить, Палани? Продолжаю движение! Да? Ждем приказаний. У вас есть цель? Расслабляться! Что от меня требуется? Стреляют! Что такое? Укрытие никогда не помешает. Так какой будет план? Мы потеряли отряд. Перемещаемся в укрытие. Стражник готов выдвигаться. Понял, атакую! Зачем переводить мои припасы? Говорите быстрее! Вперед! Жду задания. В нас стреляют! Огонь на подавление! Мне требуется. Они не поймут, что происходит. Отряд пулеметчиков ждет. Сделай больше мешков с песком, будет как новенькая. Один из наших ветеранов получил элитный статус. Завершен. Это недалеко. Сейчас все починим. Просто дайте нам цель. Мы в пути. Ждем приказаний. Все должно работать. Слушаю. Похоже, там безопасно. К бою готов! Готов выдвигаться! С вас приказ, с нас работа. Так точно, двигаемся в укрытие. Жду задания. Бронебойщики готовы. Орудия готовы. Видим противника. Mas o objetivo é pra cá, né? К бою готовы. Стражник готов выдвигаться. Бронебойщики готовы. Забираем припасы. Сделать больше мешков. Нам это пригодится. Что от меня требуется? Пусть каждый выстрел попадет в цель. Что нужно? Они в зоне поражения. Скорей! Держимся в укрытии. Кому давайте? Готов выдвигаться. Я все разведаю. Просто дайте нам цель. Занимаем позицию получше. Чем могу служить, Палани? Нельзя сидеть на месте! Какой будет план? Принято. Идем. Что вам нужно? Вот бы тот, кто придумал это сиденье, сам бы в нем посидел. К бою готов! Жду задания. Конечно. Что дальше? Конечно. Новые приказы? Не забудьте, где мины.
Чем могу помочь? Сдается мне, они переходят в наступление. Орудия готовы. Сделаем. Что такое? Слушаю. Да. Да, мы в пути. Стражник готов выдвигаться. Орудия готовы. Что нужно? Скоро буду там. Сделать больше мешков с песком? Перемещаемся в укрытие. Что от меня требуется? Что дальше? Выдвигаюсь. Слушаем. Мы идем. Все в дом. К бою готов. Новые приказы? Пора. Осторожнее. Одна нога здесь, другая там. Что такое? Вой, так ты просто умница. Принято. Слушаю, если так нужно. У вас есть цель для нас? Нужно что-нибудь сделать? Отряд пулеметчиков ждет. Лучше, чем ничего. Чем могу служить Палани? Продолжаю движение! Ну что тут скажешь? Видим врага! Это война. У меня вот тут и все. Несколько противников. Бронебойщики готовы! Идем! Готов выдвигаться! Так какой будет план? Двигаемся туда. Слушаем. Что дальше? Что от меня требуется? Огонь! Бронебойщики готовы! Боевая единица получила ранг ветерана. Стражник готов! Так и знал, что все хорошо кончится. Приказы? Увидимся там! Берегись! К бою готовы! Поняли? Один из наших ветеранов получил элитный статус. За наших братьев! Больше мешков с песком. К бою готов! Нельзя сидеть на месте! Слушаем. Чем могу помочь? Готов выдвигаться! Жду задания. Конечно. Чем могу служить Палани? Что нужно? Скоро буду там. Что вам нужно? Поняли, выдвигаемся. Бронебойщики готовы. Идем. К бою готов. Продолжаю движение. Нужно что-нибудь сделать? Осматриваемся. Принято. Идем. У вас есть цель для нас? Мы идем. Чем могу служить Палани? Нельзя сидеть на месте! Просто дайте нам цель. Принято. К бою готов. Что от меня требуется? Я все разведаю. Да. Ладно. Что дальше? Иду. Готов выдвигаться. Увидимся там. Конечно. Я все разведаю. Конечно. Чем могу помочь? Пошли. Thank you.
похоже, там безопасно. Жду задания. Увидимся там. Что такое? Выдвигаюсь. Лучше держаться в укрытии. Похоже, там безопасно. Стражник готов выдвигаться. Готов выдвигаться? Конечно. С вас приказ, с нас работа. Будет как новенькая. Чем могу служить Палани? Стражник в пути! Бо, аки ну ты надо. Ремонт завершен. Новые приказы? Одна нога здесь, другая там. С вас приказ, с нас работа. Нужно что-нибудь сделать? Что вам нужно? Что от меня требуется? Я все разведаю. Новые приказы? Это отличное место. Чем могу помочь? Слушай. Отличное место. Слушаю. Укрытие никогда не помешает. Да. Да, мы видим. Стражник готов выдвигаться. Продолжаю движение. Жду задания. Увидимся там. Просто дайте нам цель. Нужно что-нибудь сделать? Осторожнее. Чем могу помочь? Что вам нужно? Лучше, чем ничего. Слушаем. Укрытие очень кстати. Что такое? Конечно. Основная задача выполнена. Станция наша! Спасибо за спасение, парни и девушка. Мой отец, человек с металлической рукой. Вы его видели? Русветцы приближаются с севера! Их много! Им нужна станция. Мы их остановим. Готовьтесь к обороне! За орудие! Закопать мины! Занять оборонительные позиции! Скорей! Счет идет на минуты! Получена новая основная задача. Просто дайте нам цель. Готов выдвигаться! Конечно! Чем могу служить Палани? Нельзя сидеть на месте! Новые приказы? Сделать больше мешков с песком? Так точно! Двигаемся в укрытие! Стражник готов выдвигаться! Что от меня требуется? Увидимся там! Жду задания! Я все разведаю! Гранатометчики готовы! Прячемся в укрытии! Ну, мы его мигом наладим. К бою готов! Пора поохотиться на машине! Тяжелый пулемет к бою готов! Что нужно? Передвигаем станковый пулемет! Орудие готово уничтожать врагов Палани! Готовимся стрелять! Двигаем, двигаем! Чем могу служить Палани? Что дальше? Похоже, там безопасно. Бронебойное орудие готово к заданию. Ждем приказаний. Зумбин даки. Думаю, позиция. Готов выдвигаться. Увидимся.
встретимся там. Что от меня требуется? Ждем приказов. Размещаем орудие. Пора сменить позицию. Что нужно? Подготовить пулемет. Передвигаем станковый пулемет. Чем мы можем помочь? Так какой будет план? Нужно что-нибудь сделать? Цель ближайшего приятеля! Устроим им огонь! Я немного занята! Инженеры под огнем! Готовы двигаться! Много! Отряд пулеметчиков ждет! Да, мы видим! Больше мешков с песком? К бою готовы! Отличный пулемет! Мы еще привлекли их внимание! Порядок в клочья! Чудо! Приказ, сейчас все починим! Наша машина уничтожена! Жду задание! Прощайте, враги! Получила ранг ветерана. Вновь как новенькая. Мы их, считай, успешно подавили. Это не конец. Эй, ты там! Где Легкос? Где мой отец? Твой? А, дочка профессора Дыбовски. Ну, конечно. А тебе он не упоминал! Знал бы я раньше, это бы все изменило! Эй, может, подскажешь мне, где твой дядя? Он ведь не бросил тебя здесь, верно? Где мой отец? Твой отец не раскрыл нужные мне сведения. Ну, хоть в чем-то мне повезло. Привет, куколка! Сволочь! Следи за языком, девочка! Продолжаем. Готов к атаке! Готовься! Получена новая основная задача. Основная задача выполнена. Готова к бою! Готов выдвигаться! Увидимся там! Сделать больше мешков с песком? Новые приказы? Же хорошие стрелки. Мы используем это с умом. Ждем приказов. Жду задания. С вас приказ. Вернемся к основам. Бронебойное орудие готово к заданию. Вижу противника. Замечена группа врагов. У нас гости. Стрелки здесь и что готовы нужно? Сражаться за республику. Только кто видел Мы никуда не пойдем! Храбрее, бойцы! За Паланию! Палания! За Паланию! Да!
Você massacrado. За Паланию! Палания! За Паланию! Это дядя Лех! Мы спасены! Мы спасены! Дядя Лех? Атакуйте! Чего вы ждете? Атакуйте! Много вражеских целей. Приказы? Готовим орудие! Цель получает урона! Бронебойное орудие ждет! Быстрее! Да! Ali não deu tempo da gente fazer nada. Mas tá muito legal, muito legal. Защитить вас обоих. Ты смог. Нужно предупредить Генриха Штайнмитца в Колна. А тебе надо бежать, спасаться. Зубов назвал тебя профессором. Почему? Анна, нам пора. Здесь опасно. Ладно, разделимся. Нас всех разом не поймают. Операция «Надежда» продолжается. Паланское сопротивление никого не подведет. Никогда! Никогда! Ура! Папа был профессором Дыбовски? Именно так. Твой отец и Генрих Штайнмитц работали на Теслу в то время, когда тот изобрел автоматы. Не знаю, что Зубову нужно от них. Мы узнали, что сукин сын их разыскивает, и я послал людей. Похоже, мы опоздали. Почему никто не рассказал мне? Никто не должен был знать.
Они были инженерами на фабрике до твоего рождения. Сбежали, чтобы начать новую жизнь. Но война их все же нашла. Мне нужно поговорить с Генрихом из Колна. Он должен что-то знать. Мы тоже двигаемся туда. Русветцы установили блокаду вокруг города. Мы хотим нанести им визит. Если не хочешь бежать, присоединяйся. Нам нужен стрелок. Сперва похороню папу. Ладно, но не медли. Война никого не ждет. Рассматриваем пути вместо того, чтобы идти в Колна. Прорвать блокаду — лишь половина плана. Мы еще хотим помочь горожанам, привезти им припасы. Смотри, что видишь? Русветских солдат, немного патрулей, грузовой поезд, рудники, насосы. Поезд снабжает русветские войска под Колна. Но это скоро изменится. Мы захватим его и привезем паланцам то, что им нужно больше всего. Надежду. Мы ворвемся на базу Русвета и угоним их поезд? Мы войдем в историю. Ладно, но это будет непросто. Депо хорошо защищено. Нам нужна обученная армия. Прямо здесь мне нужна база. И ресурсы. Много ресурсов. За дело! Получена новая основная задача. Estabelecer uma base. Nossa, tem bastante pontos de coleta, hein? Pontos de coleta, olha. Esse é um bom novo, hein? Сделать больше мешков с песком? Estabelecer o quartel-general. Bom, galerinha, eu acho que deu pra gente... Pra gente curtir o jogo, né? Стройка сама себя не закончит. Новые приказы? Мира не будет, пока враги Палания не уничтожены все до единого. Cara, farpado, sacimento. Нужно что-нибудь сделать? Это полегче, парень. Строительство завершено. Чем можем помочь? Так какой будет план? Мешки с песком. Прекрасно. Что нужно? Пора выдвигаться. Местечко выглядит неплохо. Слушаю. Bom, galera, eu acho que deu pra gente cravar o jogo, né? Jogo bem legal, bem estratégico mesmo. Закончено создание укрепления. Закончено создание укрепления. Isso é o que? Barricada? Posto avançado. Isso é importante, né? Tá, não posso colocar onde é que o trem vai passar. Então, vou colocar um posto. Просто безумие. Все это жуткое, бесчеловечное безумие. От этого зависит жизнь и баланс. С вас приказ? Ну давай! Пустите меня в бой! Acho que deu pra gente curtir aí, deu pra gente conhecer o jogo. Tô achando o jogo muito gostoso de jogar, muito bom. É um jogo
Пин de тактика mesmo. Пин динамику. Важна любая работа. Бункеры выглядят очень полезными. Ладно, если займем бункеры, сможем прикрыть фланги. Что нужно? Кто зайдет последним, закройте за собой. Готов к обороне. Что нужно? Вкусно. Если это не заберем мы, заберут другие. Что нужно? Пора выдвигаться. Враги! И много! Смелее, парни! Закончено создание укрепления. Закончено создание укрепления. Враг нападает на наше укрепление. Нужно набраться сил. Окей. Como é que está? Beleza. Ушки на макушке. Новые приказы? Уже занимаемся. Так какой будет план? Принято. Идем. Então, é isso aí, galera. Eu acho que depois a gente curtir, depois a gente conhecer o jogo bem. Все балансы так же отважны, как мои люди. Мы бы давно победили. Готовы защищать Родину. Песков. Готов, Войтек? Кто хороший? Как вы узнали про поезд? Паланское правительство сотрудничает с Росветом и Саксонией. К счастью, в правительстве остались и патриоты. Остальные заплатят за предательство. Важна любая работа. Чего? Звучит разумно? Паланские стрелки справятся с чем угодно! Скорей! Новые приказы? Там мы будем в безопасности. Слушаю. Закончено создание укрепления. Закончено создание укрепления. Местечко выглядит неплохо. Чем можем помочь? Нам нужно больше ресурсов. С вас приказ, с нас работа. Мы можем это построить? Нужно что-нибудь сделать? Мешки с песком. Прекрасно. Основная задача выполнена. Стрелки здесь и готовы сражаться за республику. Чего? Там мы будем в безопасности. Раньше я не видела скучать. Попробуйте. Строительство завершено. Слушаю. Пошли. Войтек, стой. Так, быстро мы за. Так какой будет план? Вода. Precisamos de recursos, né? Vou construir mais uma. Posto de ataque aqui. Не может быть слишком много укреплений. Сделать больше мешков с песком? Então é isso aí, galerinha. Se vocês estão gostando, não esqueça de comentar, um tapa no like, apertar o sininho para receber notificações. É isso aí. Cutulo e do que ele tem aqui. Falou, então é isso. С вас приказ, с нас работа. Инженеры, в строй!
Закончено создание укрепления. Побочная задача достигнута. Новые приказы? Занимаем оборонительную позицию. Так какой будет план? Одна нога здесь, другая там. Осторожно, она острая. Мира не будет, пока враги Палания не уничтожены все до единого. Нам нужно больше места для строительства. Слушаю. Местечко выглядит неплохо. У нас гости! Встать в строй! Несколько врагов! С вас приказ? Вот так. Мы явно привлекли к У тебя ко мне дело? Не могут. Иногда тактическое отступление необходимо. Наверное. Но мы потеряли отряд. Наконец-то можно. Не обладаем шанса. Твой получил новый ранг. Гранаты! Я не могу! Новые приказы? Герой получил новый ранг. Мы их разбросали, как тряпичных кукол. Если я умру сопротивлению, конец! Говори! Выведен из строя. Сделать больше мешков с песком? Готов к обороне! Другой. Мы явно привлекли внимание! Слушаем! Слушаю! Звучит разумно! Закончено создание укрепления! Идем к укрытию! Нас атакуют! Бункер готов! Пошли! Новые приказы? Да, мы потеряли отличности! Видим вражеские цели! Кто идет последним? Закройте за собой! Да? Держимся в укрытии! Головы! Чем можем помочь? Возвращаем строй героя! Скорей! Сюда, в укрытие! Они в нас! Мы потеряли отряд. Некогда сидеть, сложа руки. Единица получила ранг ветерана. Да! Пошли, пошли! Восстань, Палания! Дядя Лех с тобой! Враг нападает на наше укрепление. Готов к обороне! Чего? Ну, за Паланию! Нахни, паскуда! Чего? Занимаем оборонительную позицию. Чем можем помочь?
Бронебойщики ждут команд. Дайте нам цель. Слушаю. Кто зайдет последним, закройте за Бронебойщики собой. Готовы. Ну давай. Пустите меня в бой. К бою готовы. Укрытие очень кстати. Лучшие инженеры Палании ждут приказов. Замечены враги. Иду на сближение! Я долго не продержусь! Важна любая работа. У тебя ко мне дело? Мы с ними замечены боевые единицы. Здесь не во что стрелять. Бронебойщики готовы. Паланские стрелки справятся с чем Знать угодно. Строй. Призываем стрелков. Чего? Идем к укрытию. Берите гранаты. К нам заглянули на огонек. Зачем этих скотов со мной? Строй, выведите строй. Есть! Там враг! Просто дайте нам подойти на расстояние броска гранаты. Сейчас мы пока... В нас стреляют! Мы готовы! Подарочек от Палании! Просто дайте нам цель. Занимаем позицию... Замечены враги! Стрелки готовы защищать Родину. Боевая единица получила ранг ветерана. Враг здесь! Вижу неприятеля! Смотрите в оба. Призываем. Нам нужно больше ресурсов. Мы потеряли это. Инженеры под огнем! Готов к обороне! Враг нападает на наше укрепление. Уже! Отличное место! Лучше уж они, чем мы, да? Снапали! Укрытие! Чёрт! Новые приказы? Герой получил новый ранг. С вас приказ, с вас куда? Стрелки здесь! Наконец-то нам дали пушки побольше. Сделать больше мешков с песком? Мешки с песком. Прекрасно. Другое Мы прихватили дело. Бронебойные пушки. У вас есть цель для нас? Мы все еще здесь. Тащим эти тяжеленные штуковины. С нас приказ, с нас работа. Пушки на макушке! Хватит сидеть без дела. Поохотимся на машины. Осторожно! Я только что... Бункер, бронебойщики ждут команд. Дайте нам цель. Да? Враг! Укрытие! Бронебойщики под огнем! Слушай. Один из наших ветеранов получил элитный статус. В нас стреляют! Чем можем помочь? Возвращаем строй героя. В нас стреляют! Занимаем бункер! Мы потеряли отряд. Пушки на макушке! Нас атакуют! Враг нападает на наше укрепление. Прыгнись! Замечена боевая единица противника. На наши казармы напали. Замечены враги. Но привлекли внимание. Да? Нужно. Я их время пришло. Сначала
получил новый ранг. Закончено создание укрепления. Нужно что-нибудь сделать. Мы готовы сделать все для Палани. Сейчас все починим. С вас приказ, с нас работа. Это на сближение. Стройте как следует. От этого зависит жизнь. Жалкое зрелище. Бункер готов. Двое, так ты просто... Чего теперь? Не оставляйте живых! Потанцуем! Новые приказы? Ремонт завершен. Нужно что-нибудь сделать? У этих скотов со мной счеты! Полегче, парни. Закончено создание укрепления. Готов к обороне. Приказы? Осторожно, она острая. Замечена боевая единица противника. Так какой будет план? Ну давай, мы с ними разобрались. Нужно что-нибудь сделать? Будет как новенькая. Бункер готов. Выходим. В бункер! Готов к обороне. Занимаем бункер. Чем можем помочь? Что нужно? Чем могу? Здесь безопасно. Ушки на макушке. С вас приказ, с нас раб. Сейчас все починим. Ну? Выкуси! Здесь не во что стрелять. Чего теперь? Много! Закончено создание укрепления. Так какой будет план? Если я умру, сопротивление конец. Не забудьте, где мины. Сделать больше мешков с песком? Смотрите в оба. Нам нужно больше ресурсов. Нужно что-нибудь сделать? Нас атакуют! Несколько врагов! Важна ли... Только один враг, но и заносчивость. Ну давайте! Ушки на макушке! У нас гости! Мы потеряли... Я долго не продержусь! Так вот откуда вылезают эти сволочи, чтобы на нас нападать! Сравняем с землей их казармы и мастерскую. Да? Замечена боевая единица противника. Угодно. Готовы вступить в бой. Замечена боевая единица противника. Враг нападает на наше укрепление. Выдвигаемся! Ушки на макушке! Враг нападает на наше укрепление. Замечены враги. Встать в строй! В нас стреляют! Замечены враги. Смелее, парни! Лучшие инженеры Палани ждут приказа. Замечены враги. Враг нападает на наше укрепление. Замечена боевая единица противника. Враг нападает на наше укрепление. Боевая единица получила ранг ветеран. Ну же! Они вас стреляют! Так точно! Замечены враги. Балансы ищут! Белки здесь, я готов сражаться за республику! Слушай! На наши напали. Мы потеряли. Сюда! В нас стреляют! Враг нападает на наше укрепление. Так вам и надо! Местность зачищена! С вас приказ, с нас работа. Важна любая работа.
приказы? К бою готовы! Занимаем позицию получше! Да? Занимаем оборонительную позицию! Готов к обороне! Смотрите в оба! Призываем... Нам нужно больше ресурсов! Бункер готов! Просто дайте нам... Замечены враги. Чем можем помочь? Некогда сидеть сложа. Закончено создание укрепления. Готовы защищать родину. Чего? Идем к укрытию. Замечена боевая единица противника. Неплохо. Сделать больше мешков с песком? Баланские стрелки справятся с чем угодно. Мешки с песком. Прекрасно. Враг нападает на наше укрепление. У вас есть цель для нас? Отличное место! Инженеры, подай! Замечены враги! А теперь, что с ними? Если готовы сражаться за республику! Да? Бронебойщики под огнем! Так, за наших врагов! Хватит сидеть без дела! Оставьте кого-нибудь и для нас! Скорей! Нас атакуют! Открыть огонь! Враг нападает на наше укрепление! Ушки на макушке! Уши! Так мы будем бежать! Все чего? Замечена боевая единица противника. Замечены враги. Бункер готов! Просто дайте нам цель. Идем! Занимаем позицию! Враг нападает на наше укрепление. Приказы? Закончено создание укрепления. Пригните головы! Да? А теперь покончим с ними! Инженеры под огнем! Важна любая работа. Новые призывники? Встать в строй! Призываем стрелков! Слушаю. Местечко выглядит неплохо. Нам нужно все, что... Замечены враги. Замечены враги. Враг нападает на наше укрепление. Замечены враги. Скорей! Так и... Сюда! Замечены враги. Замечены враги. Внимание! Мы потеряли. Враг нападает на наше укрепление. Враг нападает на наше укрепление. Мы круче! Враг нападает на наше укрепление. Один из наших ветеранов получил элитный статус. Замечены враги.
Идем к укрытию. Выдвигаемся. Мы все. Звучит разумно. Готов, командир. Замечены враги. Что нужно? Местечко выглядит неплохо. Новые приказы? Что нужно? Не расслабляться. Идем. Замечена боевая единица противника. Наконец-то на враг нападает на наше укрепление. Баланские новинки справятся с чем угодно. Боевая единица получила ранг ветерана. Замечена боевая единица противника. Готов что-нибудь взорвать. За наши враги! Двигаемся! Мы идем. Да? Берите лопаты. В нас стреляют, чем мы. Чего? Чего? С ними придется подходить ближе. Мы готовы сделать все для Палании. Так какой будет... Замечены враги. Вам были нужны гранаты? Теперь скажите нам, куда их бросать. Мешки с песком. Прекрасно. Приказы? Нужно что-нибудь? Важна любая работа. Гранатомет? Ха! Машины досаждают? Слушаю. Там мы будем в безопасности. Обнаружен противник. Мы прихватили бронебойные пушки. Уничтожим их! Примите головы! Да? Прикончим их! Чего? Замечены враги. Отличное место. Пошли на макушке. Приказы? В нас стреляют! А, граната! Враг нападает на наше укрепление. Мы потеряли укрепление. И много. Приказы? На нас напали! Скорее! Укрытие! Один из наших ветеранов получил элитный статус. Заглянули на огонек! Приказы? Это все. Новые приказы. Закончено создание укрепления. В нас стреляют! Готовы вступить в бой! Мы потеряли отряд. Себя не закончим. Скорее! Наш оружие! Давай кому-то начать! Все! Или ничего! Мы потеряли отряд. Приказы? Наши оружие! Полезны! Смотрите в оба. Призываем стрелков. Место встречи. Бойся под огнем! Так. Выдвигаемся. Да! Строение. Вот это я понимаю. База. Отлично. Пора собрать армию и отвоевать станцию. Для этого нужно больше ресурсов. Так чего мы ждем? Захватим еще рудники и нефтяные насосы. Получена новая основная задача. Мешки с песком. Прекрасно. К нам заглянули на огонек. Стрелки здесь и готовы сражаться за республику. Да? Так. Охотимся на машины. Пригните головы. Скорей! Прикончим их! Наконец-то нам дали пушки побольше. Бронебойщики готовы что-нибудь взорвать. Мы прихватили бронебойные пушки. За наших братьев! Заметили своего противника. Так точно! Что-то сломалось? Втопчем их в грязь! Нужны еще добровольцы. Боевая единица.
Единица получила ранг ветерана. О! Видим противника! Скорее! Бронебойщики, брат! К основам. Новые приказы? Мы потеряли отряд. Звучит разумно. Скорей! Поланские стрелки справятся с чем угодно. Чего? Там мы будем в безопасности. Замечены враги. Бункер готов! Враг нападает на наше укрепление. Слушаем. На нас напали! Нашу мастерскую атакуют. К бою готов. Замечена боевая единица противника. Чего? Укрытие! Замечены враги. Помочь. Призываем. Бронебойщики, подойдем! Мы потеряли отряд. Да? Чего? За нами. Мы слушаем. Выдвигаемся. Мастерская ждет приказы. Выезжаем сюда. Да? Приказы? Нас ждет работа! Что нужно? Поохотимся на машины. Да. Наконец-то нам дали пушки побольше. Боевая машина ждет приказов. Лучшие инженеры Палани ждут приказов. Бронебойщики ждут команд. Дайте нам бойщики готовы. Готов выдвигаться. Стреляй! Взорвать их на них! Замечены силы противника. Граната! Мы потеряли отряд. На нас напали! Враг уничтожен! Чего? Замечена боевая единица противника. Боевая единица получила ранг ветерана. Наших братьев! Что? Разорвать их на куски! На меня нападают! Не было выбора. Боевая единица получила раны ветерана. Или друзей. Слушаю. Там мы будем. Наша машина уничтожена. На нас напали! Ну же! В нас стреляют! Ну же! Замечена боевая
не спешите. Да? Переступаем в бой! Да? Держимся в укрытии! Готов к обороне! Бронебойщики, да? Под огнем! С вас приказ, с нас работа. Ну же! Что нужно? Пошли! За наших братьев! Укрытие никогда не помешает. Да? На нас напали! Да, точно! Закончено создание укрепления. Замечена боевая единица противника. В нас стреляют! Занимаем оборонительную позицию. Так какой будет план? Держитесь! Замечены силы противника. Смелее, парни! Готовы к стопке! Враг нападает на низкомнение. Ее положить. На наш штаб напали. Получила ранг ветерана. Бронебойщики под огнем! Понял. А теперь покончим с ними! В нас стреляют! Укрытие очень кстати. Идем за наше отличное место! Смелее, парни! Принято! Слушай! На нас напали! Осторожно, она острая. Чего? Мы идем. Закончено создание укрепления. Бункер! Смотрите в оба. Возвращаем строй героя. Враг нападает на наше укрепление. Нужны еще добровольцы? Готовим гранатометчиков. Новые приказы? Инженеры все делают лучше. Просто дайте нам подойти на расстояние броска гранаты. Восстань, Полония! Я лежу с тобой! Мешки с песком. Прекрасно. У тебя ко мне дело? Пора выдвигаться. Один, два, их может быть и больше. Пушки на макушке. Что-то сломалось? Новые призывники? Готовим инженеров. Мы готовы. Мы в пути. Бункер готов. Готовы идти. С ними придет. Этих готов со мной счет. Так какой будет план? Ну, не оставляй. Ох, не паскуда. Я пришла на помощь. Были нужны гранаты. Теперь скажите на полной лице. Новый приказ. Хороший мишка. Закончено создание укрепления. Ну давай, пустите меня в бой. Целы. Гранатометчики готовы. Берем бронебойные пушки. Новые приказы. Замечена боевая единица противника. Будет как ноль. Замечены враги. Пушки! Оставьте кого-нибудь для нас! Ну давайте! Вас гости! Мастерская ждет приказы. Некогда сидеть сложа руки. Просто дайте нам цель. Занимаем позиции получше. Готов к обороне. Противник! Чего? Местечко выглядит неплохо. Для наших братьев! Инженеры под огнем! Скорей! Вперед! Так какой будет план? У этих скотов со мной счеты! Сейчас все починим. Чего?